Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в каком комплексе вы отдыхали? И насколько вам понравился отдых в Болгарии и в данных апартаментах? И вообще, в целом, как вы отдохнули? Здравствуйте. Отдыхали в комплексе «Баттерфляй». Хороший комплекс, даже очень. Комплекс закрыт, не страшно выпустить ребенка. Вечером есть детская площадка. Комплекс находится вдали от шумного солнечного берега. До пляжа идти. Пляж очень хороший. Поездили по побережью. Были пляжи, конечно, лучше, но их очень было мало. В основном наш пляж, который, ну, он бесплатный и очень хороший. Расположение, да, вам понравилось? Расположение, сам пляж по себе хороший, то есть есть и бар, и что хочешь, можно и миги покушать, да, и цацы. Понравилось тебе, скажи, ну тебе понравился комплекс, вот в комплексе, ну скажи пару слов, что. Да. Как тебя зовут? Милана. Миланочка, ну вот. Девочки, скажи, подружек много. Подружек нашла себе? Да. Отдыхающие очень хорошие. Здорово. Ну, что скажет мама? Очень удобно, не надо язык. Вот. Бассейн замечательный, чистый. Фильтруется вечером, каждый вечер. Площадка. Ну, вообще здорово. Вот скажите, пожалуйста, когда вы приехали... Апартаменты. Что касается апартаментов? Да. Очень-очень уютные. То есть для семьи, ну, 3 человека будет замечательно. Ну, спасибо. Вы мне скажите, пожалуйста, когда вот приехали в Болгарию, вот быстро нашли комплексы? Возникли какие-то у вас трудности? Вообще нет. Основной Каял, так перешли через дорогу. И нас уже Оля ждала, и холодильник на мороженое, то есть все. Грузи пиво и охлаждай. Здорово, я очень рада, что вам понравилось. Вот не хочется, конечно, вас отпускать, конечно. Нам тоже. Ну хорошо, мы правда очень рады, что вам все понравилось, и очень здорово, что вы с таким хорошим настроением уезжаете. Рекомендуем компанию Евротом 21. Спасибо, спасибо. Ну вы на следующий год планируете к нам приехать, скажите честно? Ну как, хочешь приехать? Да. Отлично. Ну все, спасибо еще раз вам большое, спасибо за добрые слова и хорошее настроение. Спасибо.